Всем привет, с вами Игорь. Сегодня будем проводить эксперименты, нужны ли вообще диоды в солнечных электростанциях, если по-разному расположены поля. Что у нас есть? Вот. Имитация разных полей. Вот, вот это вот поле у меня расположено юго-восточное. Вот это, ну так как оно и лежит, панель, так оно и будет расположено, юго-западное расположение. Вот это у нас типа два поля. Юго-восточное, 4-киловаттное на крыше мое, и вот это юго-западное. Вот. Цель эксперимента — выяснить, нужны ли между этими двумя панелями, ну пускай панелями или полями, то же самое в принципе, какие-то блокирующие диоды, чтобы там типа не перетекал ток, там были такие всякие заявления, что будет перетекать ток, кто-то говорил не будет, кто-то будет. Вот сегодня мы это и выясним. Суть эксперимента, как я собираюсь это выяснить. Сначала я замеряю напряжение, даже не напряжение, а мощность. Мощность при одном напряжении, например, выберем точку максимальной мощности, на панелях это написано, на этой панели это 32 и там 3 вольты, ну 32 пускай вольты, найдем 32 вольты для этой панели, ну при определенной мощности, это я спиралькой буду находить, просто длиной спирали, и на этой тоже отдельно, сначала на этой померяем, какая будет мощность при напряжении 32 вольты она будет выдавать, потом на этой, потом мы эти две соединим параллельно и замерим вместе, то есть сумма мощностей этой и этой панели или этого и этого поля разнонаправленных должны сложиться полностью без каких-либо потерь, иначе будут какие-то перетечки или все такое, то есть оно должно сложиться. Вот, потом мы еще один эксперимент после этого произведем. Вот, мы вот эту панель вообще отвернем от солнца, сымитируем, типа, уже солнце заходит, светит там вот этот массив, как бы, а на этот нет. Ну, или наоборот, если восходит солнце, на этот светит максимально, на тот нет. Так бы максимально сымитируем самые такие крайние ситуации, которые возможны. Сейчас 12 часов дня почти. Вот, и панельки вот так вот у меня стоят. Ну, примерно они даже одинаково стоят. Ну, короче, начинаем. Начинаем мерить, ну что время идет. А камера у нас снимает только 20 минут. Так, навожу камеру на ваттметр. Вот, все, что вам надо увидеть, это показание ваттметра. Сейчас я попробую ее как-то навести, чтобы было видно. О, отлично. Подключил я ваттметр к аккумулятору, потому что, ну, может быть, при затенении панели проседать напряжение ниже питания ваттметра. Поэтому лучше пускай будет независимый источник питания. Так, начинаем эксперимент. Тут я уже все подключил. Сначала мы меряем. Подключаю я панельку, вот ту, что слева от меня, ту, что слева от меня, подключаю к ваттметру, плюсик к плюсику, минусик к минусику. И что мы видим? 34,9 вольт. Так, теперь нам надо мощность найти, какая будет мощность при 32 вольтах, точка максимальной мощности. Это я ищу вот такой вот спиралькой, я думаю, видно вот здесь она у меня. Просто длину спирали я сейчас буду изменять, касаюсь проводом. Напряжение тут небольшое, поэтому это безопасно. Так, 173 ватта, 31 вольта. О, почти попал, сейчас 32 должно набрать. 31,8 сейчас. Не наберет. Ладно, чуть-чуть дальше поставим. Так. 31,9. Ну. Ну, она при нагревании, оно
О, 32 вольты, все. 148 ватт. Даже 150. 149, 148, 150. Уже начинает гореть дерево. Ну, среднее запишем. 149. Так, где мой маркер? Итак, мощность с этой панели левой у нас 149 ватт. Так, теперь мы подключаем эту, отключаем панельку и подключаем правую, ту что на трекере. Так, минус это у меня, вот это минус. Вот это плюс. О, подключился. 35,8 вольт. Наверное, она прохладней. Так, меряем. Где тут мой нагрузочный проводочек? Меряем такое же напряжение, 32 вольты, чтобы было. Оп. О, почти попал, ну немножко не попал. 33 вольты уменьшим. 33 вольты уменьшим. 32,6 уменьшим. 32,4 уменьшим. А, горячая. Ну там, где я уменьшал. Так. О, это уже, наверное, не дотянет. А может и дотянет. Ну давай, давай. О, 32 вольты, видите, да? 167, 166, 165. Ну, 165. Уже дерево начинает гореть. 163, 164. 164. Пишем. С правого поля у нас 164. Так, теперь мы это все сложим сейчас. Складываем. Калькулятор где наш? Вот наш калькулятор. 149 плюс 164. 149. Плюс 164. Также 149, 164 равно 313 ватт. Вот у нас получилось 313 ватт. Прекрасно. Теперь пишем эту мощность в сумме. Вот здесь вот снизу я напишу. 313. Вот, вот такую мощность мы должны получить сейчас при подсоединении двух этих панелей параллельно. Ну, так как у меня панельки и будут поля соединены. Так, для этого я отключаю все это. Вторую панельку я отключаю, ту, что от меня справа сверху. Теперь я подсоединяю плюс на плюс одной панели. Вот так вот. И минус на минус второй. О. О. Плюс к плюсу, минус к минусу. И опять же сцепляю крокодильчики свои. Вот это вот на минус у нас. Крокодильчики в ватметрах. Это на плюс. О. Вот так вот. 35 вольт мы видим. Итак, опять ищем точку максимальной мощности. И у нас должно получиться 313 ватт при 32 вольтах. Так, ищем. Оп. 33. 186. Так, меньше. Нет, тут надо, наверное,
параллелить. Сейчас я вот здесь с этой стороны попробую, потому что спираль сгорит. Вот так вот она. 31. Ну, давай, давай, давай. 31,5. Дерево воняет уже. 31,6. 31,7. Нет, надо не так немножко. Ага, вот так перегорела моя спираль. Нормально. Гадина. Ладно, сейчас мы попробуем то, что осталось, подсоединить. Фу. Побыстрячку. Как оно будет, не знаю. Сейчас мы вот так вот даже спаяем. О, контакт есть. Так, продолжаем эксперимент. Нам надо 32 вольты. 32 вольты. О, 30, не, много. Много, много, много. Где же ее взять, эти 32 вольты? С какой стороны? Она вот здесь попробуем. Опс. 29. Не, красная. Слишком много. Зацепил. Так, ладно. Горячая. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. 32 вольты. Ладно. Где-то чем-то подпереть. Так, ладно. А ну-ка. Еще раз пробуем. Вот здесь. О! 31. 31,6 и 7. Ну-ну, давай, давай. О! Отлично, 313, 317, 314, все, и перегорела спираль. Ну вот, видите, что и требовалось доказать. Спираль нагрелась, там было и 313, 314, 317, я думаю, вы это видели. Вот. Короче, получается, что как раз оно так и выходит, суммируется. Все суммируется. Никаких потерь практически нет. Даже если взять, ну это мы сейчас в другом. Кстати, насчет точки максимальной мощности. 32 вольты это совсем не точка максимальной мощности. Я смотрел только что перед видео, проверял и до 20 вольт просаживал, то мощность была больше. Я даже сейчас это покажу сейчас. Так, я их сейчас рассоединю, потому что мы сейчас начнем эксперимент номер 2 с критическими, так сказать, вариациями. Так, сейчас я вот на примере этой вот одной панельки покажу вам интересный факт насчет точки максимальной мощности. Так, это я сейчас подсоединил одну панель, вот эту вот левую от меня, и покажу вам, что они говорят. Так, 35 вольт. 31, 30, а где я видел 20 вольт? Ну, о, смотрите, 23 вольты, 24, 25 и 186 ватт мощности. При 25 вольтах аж почервонело. Видите, 185, а у нас было первый раз 149 при точке максимальной мощности. Сейчас еще раз показываю. Оп. 20 вольт, 22, 24, 25, 26. Ну, она нагревается сопротивлениями. 195 ватт, видите? Стой, она красная, на солнце даже красная. 188. 25 вольт, 189 ватт. Так что вот эта точка максимальной мощности, я не знаю, для кого она придумана, но что-то тут не так. Если кто-то знает, объясните мне, как это понимать. Вот, что при меньшей точке максимальной мощности большая мощность заявленной. Это интересно будет. Так, сейчас мы изменим
Изменим, сейчас я на паузу нажму и подопру эту панель. Изменим условия эксперимента. Итак, продолжаем эксперимент. Итак, изменил я условия эксперимента. Та панель так и осталась лежать на солнце, ну, практически в оптимальном угле. Ну, не совсем, но практически. А эту я подпер вот такой вот доской. Видите, да? То есть солнце вот сейчас по моей тени, оно падает практически вдоль панели. То есть свет на нее падает, но не прямой. Не прямой солнечный свет. Она вроде освещается. Вот. То есть мы как бы это условия такие крайние, когда, например, утром освещается один массив и почти не освещается второй, или вечером, когда освещается этот массив, и практически солнце прямое не падает, хотя свет есть. Итак, опять ставлю камеру, наводим ее на ваттметр. Сейчас я его увеличу. О, по-моему, все видно, да? Так. О, настроилось. Видите, на этой панели, которую я отвернул от солнца, все равно 32,5 вольты. Есть. Но мощности она никакой практически не вырабатывает. Потому что она отвернута от солнца. Сейчас я это продемонстрирую. Так, что тут у меня по времени? Так, надо спешить. Так. И смотрим. Оп. О, эти 6 вольт и 8 ватт. Ладно, мы сейчас попробуем больше. Больше тут сильно не очень получится. Вот, 8 вольт. Короче, надо какую-то очень маленькую нагрузку. А ну попробую сейчас вот эту спираль снять отсюда. Вот так вот. И через всю подключить. Не знаю, что получится, но посмотрим. 33 вольты. А где мощность? Контакта нет. Ага, вот пошел контакт. 17 вольт, 18 ватт. Ну, практически это сейчас панель, ничего можно сказать, не вырабатывает. Ну, там может быть, если оптимальную нагрузку подобрать, чтобы так на 25-30 вольт, может быть 18 сейчас, ну может быть 30-40, может 50 даже ватт бы было бы. На верхней сейчас максимальное освещение. Так, теперь мы возвращаем все эти спиральки и будем пробовать опять подключаться, как было. Сейчас я нажму паузу пока что, чтобы время не шло. Так, продолжаем эксперимент. Нашел я, короче, еще одну спиральку длинную. И попробую сейчас ее на всю включить, на вот эту вот панель, которую я типа затенил. Вот, видите, я ее подключил, и мы имеем... Ну, больше у меня нет спиралек на меньшую нагрузку. Короче, 31 вольта, 24 ватта. 24 ватта, 31 вольта у меня, бачите? Получается. Вот. Ну, в принципе, тут не столь важно даже это. Вопрос в том, будет ли перетекать энергия вот в эту панель, которая практически ничего не вырабатывает из той, что вырабатывает. Так, теперь подключаем другую панель, тоже чтобы приплюсовать. Так, это у меня плюс сюда, минус сюда. Так, ну там у нас было 24 ватта, можем записать, но это так незначительно. Так, 24 ватта. Так, у меня кончается времечко. Ладненько, сейчас мы удлиним трошки видео.